Товарищи полицейские. Товарищи полицейские. Здравствуйте. Здравствуйте. Я и мой друг, мы хотим сдаться с поличным. Сдаться с поличным? Да. Чувачка ранили, короче, он что-то взял, упал, короче. Короче, мы играли с ним. Да, он просит прострелить. Я Барсик, прострелите мне колено. Пойдем там. Бля, прикольно у тебя этот. Блять, так пройдем или протащу вас? Протащу, потому что нельзя на участок без сопровождения. А меня. Руслан, протащи. А меня. В смысле в другую комнату? Это ты с ним в другую комнату не ходил? Слушай, у тебя красивая эта труба вообще. Ну вообще. Прям сразу видно это, кто мужик в доме. А чё у вас так водолазов много? Так, снайпер. А чё вы все водолазы? Как вы? Спецоперация. Чё это вы сдаться пришли? У вас тут 3 ранения, нелегальное оружие, снаряжение, отказ от сотрудничества, убийство, 2 убийства полицейского, 4 нарушения это ПДД, вождение без прав, разбой. Это всё пиздёж, я вам отвечаю. Вот последнее, что там было? Ну, конечно, разбой. Мы вам поверим, когда вам штрафом отделаемся. Не, разбой не мой, отвечаю. Че, издеваетесь? Серьезно, разбой не было. Нет, про другое. А про чё? Я вам говорю, что у вас там... Да раньше полицейский, ну это всё пиздец, вы сами... тема, слышишь, Аслан, надо забрать твою тему и поехать. Чё за тема? Мне ещё 18 лямов дал. Не шутя, у вас вертолёт. Что вы там сделали, снайпер, скажите? Барсика, короче, это... Барсика, нечаянно ранили. В коленку он почему-то упал, да. Ага. Вы там оказали медицинскую помощь? Ну, там мы медика вызвали. Мы медику сказали, что сначала нашу машину почему-то. А денег-то вы ему дали? А Барсик это... не просил денег, это Барсик это дал, просил? Наоборот, мне $400 сказал, ограбь меня, давай проверим. Так, ладно, а вы что сделали? Можно у вас паспорт? А это, сука, ничего не делал. На паспорт покажите, там что-то. Чисто бесполезно. Не могу разобраться, как зайти, где ты играешь. Подскажи, пожалуйста. Так, ладно, я список под видео. Мы представляемся или нет все-таки? Кому представляемся? Давай будем инкогнито. Ну, типа, как знаешь, это там это рандеву с незнакомкой, короче. А можно посмотреть в пользу? Будешь моей незнакомкой. Че? Позорный. Бля, отвечаю, это скифы, они посадят нас сейчас на пожизненно. Так, ну что тогда, если он претензий не имеет, то да, просто так. Нет, отпущу, не имеет, не имеет. Никто не имеет никого. А можно спросить, у меня вот какая-то какашка нарисована в 13 километрах и двух. Это что такое? Походу ты какашку положил в 13. А что? Че, тогда, если претензий не имеет к нему? Тут проблема в том, что... Претензий нет, мы согласны, все, мы пошли. Можно не перебивать, пожалуйста? До этого товарищ снайпер совершил небольшое правонарушение, о котором мы знали, но никак его не могли найти. Товарищ полицейский, но если он фары не включил... Да. Смотрите, я вам предлагаю такой вариант. Так как вы пришли самостоятельно, да. А чё у вас там чувак под окном? А, нет, нормально бегает. О, исчез. Ну да, мы слушаем. Так как вы пришли самостоятельно, добровольно, сдались. Ага. Ага. Братан, мы свободны. Да, я пустяк. Чувак, ой, блядь. О, я знаю, что это происходит. Не-не, братан, это... Сюда охрененные люди, походу, зашли. Читерас называется. Че, остался только я один пока что. Кого еще не выкинул? Да ладно, я один остался, что ли? Я один тут. В телефоне никого. О, Барсик еще с нами.
Парень снайпер. О, ебать тебя в сраку. Ты что так людей пугаешь? Ты прям из ниоткуда вышел. Если я вот зашел через эту дверь. В смысле через дверь? Дверь не открывается. А нет, открывается. Парень снайпер, расскажите, вы ничего не употребляли перед тем, как участок прийти? Нет. Даже Red Bull не пили? Не, вообще, даже водички из-под крана не пил. Ого, Seven Group. Это смс-ка пришла на телефон. О. Ебать. Вот он строчит у вас-то, а. Так, смотрите, вот ага. Наш сотрудник пробивает ваш по базе данных, по базе ага. Розыска, и видит то, что вы уже привлекались к ответственности уголовной. Нет, так что... Нет, еще ни разу. Ни разу? Нет. Вот ваш принтер врет. Ебать принтер. Ебать, что за хуйня. Братан, почини. Да, я починюсь, я смогу исправить. Уважаемый, он починит. Смотрите. Товарищ полицейский, ага. Вашему компу пизда. Так, благодаря того, что... Братан, это он бумагу взял в туалет, пошел. Че-то нихуя не понял, блядь. Принтер работает. Гиркой не бейте в компьютер. Ну, действительно, все-таки государственное имущество. Товарищ снайпер, пройдемте сюда. Ага. Смотрите. Подождите, ага. Стол. Вот ваша фотография. Стоп, вот смотрите. Я вам выкину вот тут болгарку и набор. Пробуйте ПНВ надеть. Вот. Че, подгон что ли? Попробуйте. Не-не-не-не-не, сейчас... Братан, это подстава. Разбирается, как компьютер вот ремонтировать. Вы попробуйте отремонтировать. Хорошо. Товарищ снайпер. Да. Смотрите, так как вы пишете добровольно, ага. Мы это примем во внимание, также мы принимаем во внимание, да, как смягчающее обстоятельство, да, что ваш друг не совсем здоров. Ага, а он без меня пропадет. Да, а вы его опекун, правильно? Да. Вот, поэтому мы смягчаем ваше наказание за все ваши правонарушения. Боже, как это громко, давайте вы там с компьютером разбирается. Да, самому минимально, которое вы можете. Я его... Короче, я не могу слушать. Дедумчик. А, дедумчик. Что там не пердел? Дедумчик. Дедумчик. Ну совсем обалдел уже. Да что? Я вообще-то профессионал. Ты куда думчик иди? Забирайте ваши вот эти болгарки всякие где-нибудь. Забирайте. Сами чините. Я не прикоснусь к этой болгарке. Вы мне скажите, куда думчик иди. Я же говорю, принтер его заживал. В смысле? Принтер отдай моего думчика, блядь. Так, мы остановились с вами на этом, на такой тонкой ноте, короче, блять, я теперь нету, мне на таким опекунство тащить. Так, значит, меня подставили. Про то смягчающие обстоятельства мы забываем. Давайте сделаем так, смягчающую обстановку, то что вы, сука, моего друга куда-то забетонировали. Он сам вызвался. Так. Это было убийство, я расцениваю это как убийство думчика. Вы его распилили, вы специально сказали, давайте выйдите из кабинета. Это было убийство, хладнокровное, жестокое убийство животного. Товарищ снайпер, смотрите, да. Как вы пришли самостоятельно. Ага. И принимаем во внимание все смягчающие обстоятельства. Мы... Ага. Машинка туда-сюда, туда-сюда. Походу думчик возвращается.
Думчик. Ты чё там? Да я хуй знает, я, короче, залетел обратно, я вижу дверь открытую, стал выбегать, тут меня там стрелять начали. Зачем? Да, я кончил спать. А? Зачем? Да, я пошёл вниз спускаться, там нет никого, пошёл вверх, и слышу, что твой голос звучит и там. А я слышу тут это, этим вибратором кто-то там балуется, слышу такой звук, такой характерный, типа это, когда включаешь вибратор, он такой дрррр. Вас отпускали или был допрос? Вообще-то уже отпустили. А ты где, снайпер? Я на улице уже, меня отпустили. Смотри, что он там под окошком, если да, то значит с нами закончили. Я штраф уплатил. Да-да, там два водолаза было, они отпускали. Один шайтан трубой, короче, такой. Ребят, по поводу Думчика закончили с ним, да? Гора, здорово, здорово тебе, Горыч. 100 лет, 100 зим, тебя не видно, не слышно. Не заходишь, весь в работе, весь в делах, наверное. Думчик, если что, я тебе буду письма слать. Я взломал их на компьютере. Слышь, а я думал, тебя, короче, распилили. Нет, это представляешь, здесь поломник на компьютере. А меня попросили выйти, типа, за дверь, типа, выйдем за дверь, там, пока чинит компьютер, короче. И все, короче, потом раз мусор, второй мусор выходит, третий мусор выходит, а Думчика нету. Я, короче, в кабинет захожу, а там тебя нету и дымится компьютер. Ну,